С этого года премия, которая присуждается людям, отличившимся в литературе и вообще в сфере культуры, будет носить новое название. Государственная премия имени Абая Кунанбаева. Об этом Касым-Жомарт Токаев пишет в своей статье. Глава государства отметил, что в этом году все культурные мероприятия посвятят казахстанскому просветителю. В селе Акшуке в Восточном Казахстане благоустроят мазар Кунанбаева Ускенбайулы, а в Жетибае возведут новое здание музея. Семей – один из исторических районов Казахстана. Место, где на свет появились Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов, достойно уважения. В этой связи необходимо держать на контроле комплексное развитие города, привести в порядок объекты культуры и истории. Я поручаю правительству заняться этим вопросом.